Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор адвент-календаря от Royal Samples. Вот такая коробочка мне пришла на почту, сейчас будем вместе с вами распаковывать и все смотреть. Так выглядит коробочка, я уже надрезала все эти линии, хочу вам пожаловаться на почту России, девчонки. Мне вот этот вот адвент-календарь пришел еще в декабре, и ни в приложении почты России, ни извещений никакого не было. И хорошо, вот я сейчас пошла, заехала, посмотрела, что он на почте. Ругалась с почтой, какие-то косяки. Представляете, я могла бы уже все это дело получить перед Новым годом, а пришел вот только сейчас. Первый раз у меня такое с почты. Обычно даже посылки с AliExpress, да, которые идут мелкие, там совсем дешевые, то сразу автоматически в приложении, да, Почта России добавляется отправление, а здесь вообще ноль. Конечно, косяк косяковский. Давайте открывать с вами скорее коробочку и смотреть, как все это выглядит. Смотрите, какая красота. Это новогодняя версия, конечно. Видите, он должен был мне прийти до Нового года, но что теперь делать? Смотрите, какая красота, девчонки. Смотрите, какая прелесть. Вообще, на самом деле, я очень люблю такие штучки, но это мой первый адвент-календарь. На самом деле, классно и интересно. Тут что-то почему-то отдельно лежит еще, да? Мы с вами сейчас все посмотрим. Здесь прилагается брошюрка с перечнем того, что здесь находится внутри. Новогодний адвент-календарь Royal Samples. Очень удобно, что можно попробовать какие-нибудь классные новые продукты, пусть в мини-формате, не всегда здесь бывает мини-формат, иногда бывают полноразмерки, да, можно попробовать что-то новенькое, без особых там затрат, потому что они бывают крайне бюджетными, эти адвент-календари. У них, кстати, есть даже для мужчин боксики, и скоро планируется выпуск, я читала, для мам и малышей, для мам и детей. Совместные вот такие вот боксы адвент-календари. Вообще это очень актуально, круто. Я бы такую вот с радостью приобрела, когда у них появится. Прям здорово вообще. Вот так он выглядит, смотрите, завязан, да? Ну классно. Жалко, конечно, что Почта России так накосячила. Такой бы подарочек к Новому году получить. Так вообще красота. Так. Ой, какая прелесть. Смотрите. Сейчас буду все вам показывать поближе. Вместе с вами каждое окошечко вскроем. Открываем первое окошко, будем с вами читать, что здесь находится. Давай, открывай. Ребенку интересно, это вообще невозможно. Она говорит, здесь шоколадки нет. Нет, шоколадок здесь нет. Ну, так. Есть. Так, первое окошко, смотрим, девчонки. Это у нас марка. Ну, фокус. Арт-визаж, класс. Некоторых супер. Тоже есть. Это у нас жидкий хайлайтер для лица и тела. Придает лицу космическое сияние благодаря миллионам. Так, цена, смотрите, 283 рубля, 19 миллилитров. Он большой, это полноразмерка, я так полагаю. Сейчас мы с вами его попробуем. Ой, какой красивый, девчонки. Фокус, главное, не пропадай. Смотрите, какой красивый. Он кремовый, очень приятный. Текстура такая прям бархатистая. Свечение супер вообще. Ой, очень красивый. Он такой больше в беж уходит. В красивый благородный беж. Хотя может такой вам показаться перелив розовый немножко. Но вот на коже я вижу, это очень красивый беж. Прям подойдет, мне кажется, и брюнетчикам, и блондинкам. Так, второе окошко давай я теперь. Мне тоже хочется. По очереди мы с тобой договорились. По два раза ты меня. Порвала даже я. Смотри. Так, третье окошко. Ой, второе. Что у нас? Это мини-версия. Мини-версия Филогра, да, если я не ошибаюсь. Крем для коррекции морщин. Круто. Анти-эйдж, да. Самый известный продаваемый крем марки борется с морщинами 4 видов. Способ применения. Он стоит, девчонки, полноразмерка 5200. А здесь у нас... Вот как он выглядит. А здесь у нас сколько миллилитров? 15 миллилитров. 15 миллилитров, ну, считай, в 3 раза меньше, да? А 50 миллилитров стоит 5-10. Такой дорогой достаточно крем. Круто, очень интересно попробовать. Утром и вечером небольшое количество крема. Ну, на морщинке можно, наверное, точечно, да, попробовать. Будем с вами все тестировать потом обязательно во влогах. Давай, третий, открывай. Обман здесь сейчас. Обман? Ой, нет. Не обман, просто ты открываешь неправильно, котен. Ну, третье окошко, ну что же ты? Вот. Третье окошко, смотрите, какая прелесть. Кстати, у меня подкова по гороскопу, это мой талисман. Третий пункт, это у нас мечты обязательно сбудутся, браслет мечты. 700 рублей он такой стоит, подожди. Иначе буду без тебя снимать, если будешь мешать. Давай ручку. Давай. А мне... Так, и вот так мы его затягиваем сюда поближе. Давай такие браслетики у нас как за две веревочки надо потянуть, да? Хоп. Вот она подковка. Очень красивая, кстати. У нас
инкрустировано камешками или просто точечки, не пойму, или мелкие камешки. Нет, просто, по-моему, точечки. Вот такая подковка на удачу. Так, четвертое окошко вскрываю я, руки. Блин, ну ты по очереди все сама открываешь. А третий кто окно сломал? Так, что у нас здесь? Третье окошко, четвертое точнее. Масло красоты для ресниц и бровей вообще супер. Это Зейтон. Я слышала про это масло. Очень многие хвалят. Так. Ну, это, наверное, да, это полноразмерка, девчонки, да? 500 рублей оно стоит. Будем пробовать, очень актуально. Вот как оно выглядит. Информация. С пипеточкой, интересно. Ой, здесь запечатано все, девчонки, запечатано, заслюдировано. Так, сейчас откроем. Вскроем. Да, все, вскрыла. Оно с пипеточкой вот такого вот желтенького такого слегка цвета. Ой, будем тоже с вами все тестировать потом обязательно. Масло масляное. Прям такое маслице. Давай, пятое окошко уже вскрывай. Так, подожди, у нас пятое. Вот отсюда прям давай. Вот оно. Как у нас скрывается. Я жалко, прям весь календарик мы с тобой порвали, а могли бы еще с ним поиграть. Смотри, помадка. Какая красота. Помадка? Ну-ка, да. Давай читать. Она какого-то вкуса. Бальзам для губ ягодный. Ну, это, конечно, ты себе заберешь, да? Berry Lip Balm, бальзам для губ ягодный. Давай покажу. 200 рублей написано стоит. Блистекс. Вот. С SPF 15. Классно. Сейчас откроем. Бальзамы сейчас вообще очень актуальны. Хорошая подборочка. Мне прям все нравится. Вот он как выглядит. Розовенький. Такой светло такой розовенький, да. Бальзамчик, ну-ка. Ой, вкусно ягодками пахнет. Ой, какой сочный вообще. Сочный-сочный. На руке он никакого оттенка не дает. Потому что это кожа. Просто бальзамчик. На, понюхай, вообще классно пахнет, да? Да. Помажь губки скорей. Так, а я пока буду шестое окно вскрывать. Она легко. Опачки, ух ты, класс. Шестое окошко у нас это... Тоже блистекс, бальзам для губ ягодный. Ой, ну что я читаю-то? Латуаж косметик, жидкая губная помада Be Made. Она у нас 400 рублей стоит. Матовая, с маслицем Е, авокадо, здорово, матовый финиш. Что, вот такой вот оттеночек, розово-лиловый. Так, она у нас запечатана? Нет, нормально, все открывается. Открою. Такой розово-лиловый оттеночек. Сейчас с вами сделаем сводчик. Может выбеливать губы. Светленький такой достаточно. Мне уже намазано. Я такими обычно не пользуюсь, но ради интереса я сейчас и на губы нанесу и покажу вам. 207 оттенок, как она будет на губах смотреться. Вот 207. Держи. Седьмое окно. Я могу. Ну ты. Это у нас. Что это у нас? Так, это у нас батист сухой шампунь. Ой, вообще круто. Давно хотела тоже его попробовать. Так, экспресс-средство делает процедуру очищения волос простой и доступной. Стоит он у нас 550-200 миллилитров. Здесь у нас, девчонки, 50 миллилитров, мини-версия. Обязательно его попробую, вам потом расскажу. Так, ну, открывайся. А, он запечатанный. Он у нас запечатанный, здесь этикеточка, поэтому не открывается. Ну, открывай уже восьмое окошко, что с тобой делать? Вот он. Ой, пахнет классно. Пахнет супер, будем пробовать. Давай, давай аккуратненько, да, а то мы сейчас все откроем и сразу все увидим, так неинтересно, да? Угу. Так, восьмое окошко достаем. Маленькая, конечно. Малышка, это у нас мини-версия, мини-версия. Так, Rixolin Derma, крем омолаживающий для чувствительной кожи лица. Информация, и смотрите, полная версия стоит у нас 3500, почти 3600. Вот так он выглядит, Rixolin Derma. Интересный продукт. Я с таким еще не знакома, не слышала нигде. Фокус, вот информация. Слушай, попробуем, обязательно попробуем. Так, дальше. Девятое теперь у нас. Вот это. Вот так вот. Я уже вижу, что там. Уже не подсказывай. Я сама не понимаю, что же. Что это? Даже еле достанешь. Давай попробуй, что не достается? Так, что же это у нас? Что даже же два. Нас? Подожди, это не отсюда ты достала. Это не отсюда. Надо прятать обратно скорее. Так, смотрим. Девятый продукт. Бронзант.
компактная бронзирующая пудра для лица. Это у нас Pro Makeup Laboratory. 500 рублей. Вот так она выглядит. Крутая. Крутая? Да. Тебе нравится? Угу. Такой рефил, да, отдельно у нас. Вот он. Бронзант круто. Надо только вот эту коробочку не потерять и хранить, потому что как иначе хранить? Кисточкой набирать. Вот коробочка такая. Ой, какая нежная текстура. Со свечением. Ну, с легким таким свечением. Вообще вот в самом продукте шиммера не вижу. Благородный оттенок, я такие люблю. Знаете, похож на бронзант Faberlic. Вот видите, легкий-легкий такой оттенок. Очень деликатный бронзант, вообще здорово. Пигментация как раз то, что нужно. Вот такие продукты я люблю. Так, держи. Дальше у нас 10-й продукт. Вот эта маленькая кошечка. Ну. Вскрывайся. Вскрывайся же скорей. Давай, доставай. Так, что это у нас такое? Помадка. Так, Poetique. Если я правильно говорю, лаковый блеск для губ отражения. 420 рублей вот цена. Давай. Он у нас пришел с запечатанной. Смотрите, какая интересная штучка. Дизайн такой. Вот как он выглядит. Так. Лаковый блеск для губ. Poetique. Вот, девчонки. По-русски написали для таких, как я, несведущих. Тут оттеночек уже интересный. Ягодный такой. О, какой красивый. Так, помада, кстати, матовая, застыла. Такой ягодный, ягодно-лиловый, девчонки. Красивый цвет очень. Ну-ка, запах. Ой, и пахнет вкусно. Держи. Так, оттенок здесь есть, девчонки? 28,65, если я не ошибаюсь, потому что здесь ничего нет. Такой красивый цвет. Достаточно натуральный, симпатичный. Так, дальше у нас можно какое окошко? 11-е. Доставай. Это что же такое же творится-то? Бомбочка для ванны. Это что же для кого же? Для меня. Ну, конечно. Бомбочка для ванны в ассортименте. 180-230 рублей сердечко. Но посмотрите, какая прелесть. Она прямо этого не лазить. Не лазить. Больше всего ждала. Так. Вот такая она двусторонняя. Это у нас марка Тураника, получается, бурлящее сердечко с пенкой. Ну-ка. Ну, ощущается через упаковку, но не сильно. Классно. Я уже знаю. Супер. 12-й продукт, который у нас тут выпадал. Да. Это у нас что такое? Это у нас Magnetic Pro Eyeliner, профессиональный карандаш для глаз. Девчонки, 675 рублей, между прочим, он стоит. Супер устойчивый, мягкий, высокопигментированный. 16 часов стойкости. Так. Вот так он выглядит. Pro Makeup. Сейчас мы с вами его вскроем. В оттеночке, девчонки, бликует все. Золотится, бликует. Короче говоря, оттенок 001. 001. Вот он сбоку, видите? Так. Он у нас выкручивается или точится? Не пойму. Господи, какой он мягкий. Я так и не поняла. Он, по-моему, точится, девчонки. Я не могу его выкрутить. Смотрите. Фокус. Фокус. Он безумно мягкий. Хоп. Хоп. Прям вообще такой мягкий. Обалдеть. Какой точится, девчонки? Это лайнер. Он как фломастер. Не сказать, что можно нарисовать прям сильно тонкую стрелку. Но можно прорисовать, в принципе, и межресничку. Видите, он немножко скошенный такой. Вот. Классный, очень классный вообще. Сейчас по стойкости посмотрим. Помада, кстати, на руке вот эта немножко липкая сейчас. Но смотрите, не размазывается. Чуть-чуть вот совсем, да? А лак для губ так и блестит. И переливается. Липкий, как блеск. Хайлайтер застыл. Все, хайлайтер застыл. Его никуда не денешь, девчонки. Смотрите, все, он застыл. Так, бронзант. Ну-ка, карандашик застыл. Нет, еще не совсем размазывается. Девчонки, ну вот помада на губах. Но она выбеливает мои губы, да, кому-то, может быть, и не выбеливает. Тот сейчас скажет, что мне идет. Но это на лето, мы только оставляем на лето. Или, может быть, попсон. Кстати, на губах она не такая липкая, как на руке. Да я бы даже сказала, вообще не липкая. И действительно идеальный такой матовый финиш. Все прикольно. Вот так. Мы с вами не посмотрели один продукт, который отдельно у нас был. Makeup Hour.
И это у нас консилер, девчонки. Это у нас консилер. Сейчас откроем. Вскроем с вами мой консилер. Ой. Makeup Hour. Вот так он выглядит. Вот такой вот стик. В оттеночке 05 Toast. 05. Он слегка такой бежево. Бежево-коричнево-желтоватый, что ли. Таким консилером идеально перекрывать синяки под глазами. Видите? Вот именно вот этот оттенок синяки перекрывает потрясающе. Кремовая текстура, плотная достаточно, то есть перекрывающая способность однозначно будет. Да? Слушайте, круто. И у меня как-то прям он с кожей сразу сливается, да? Мое. Мой продукт. Оп. Круги под глазами. Круги. Синяки под глазами. Вот и все. Слушайте, классно. Консилер классный. Понравился. В целом все вообще понравилось. Единственный вот оттенок помады немножко как бы не попадание, а так безумно понравилось. Я ссылочку вам на Royal Samples оставляю под видео. Кому интересно, проходите. Рассказывайте вообще, девчонки, вы заказываете такие боксики, адвент-календари, любите или нет. Мне вот этот вот процесс открывания окошек, прям практически как у моей дочери, да? Прям каждый раз с волнением, очень приятно, да? Каждое окошко вскрывать и какой-то там сюрпризик вообще. Мне кажется, вот на подарок, если бы мне спросили, что я хочу получить, я бы сказала какой-нибудь адвент-календарь. Ну, потому что это прикольно, это сюрприз. И если еще адвент-календарь, который по датам, да, открывать каждый день по одному продукту, и каждый день какой-то вот у тебя подарочек, сюрприз. Ну, вообще здорово, здорово больших, и очень мило, вот да? Вот больших есть шоколадки. Вот когда появится для мамы и ребенка, мы обязательно с тобой закажем, да? Такой, будем тоже скрывать окошки. А так все понравилось, вообще классно. Будем с вами во влогах продукты эти тестировать. Карандаш. Карандаш стирается, я не знаю, почему он назван стойким. Смотрите, с руки стирается. Ну, посмотрим, попробуем на глазах. Может быть, ему нужно дать время застыть. Да, по глазам мы руками не будем тереть. Посмотрим. Так, ну и все, мои хорошие. Ссылка под видео. Если видео было вам интересно и понравилось, обязательно поддержите нас пальчиком вверх. А мы вас любим, целуем. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.